за создание теории дисковой аккреции вещества на черные дыры государственная премия Российской Федерации присуждена Николаю Ивановичу Шакури. Уважаемый Владимир Владимирович, в этот торжественный и светлый день Новой России выражаю слова глубокой благодарности вам и членам вашего Совета по науке и образованию за столь высокую оценку моей научной деятельности. Я также благодарю Московский государственный университет, который дал мне высшее образование, в котором я начал свою научную деятельность и сейчас продолжаю. В этот день, прежде всего, я вспоминаю нашего выдающегося ученого, академика Якова Борисовича Зельдовича, вклад которого в мировую науку и в настоящее время сохраняет свою значимость. Теперь уже в далекие 40-е и 50-е годы он, а также Игорь Курчатов, Андрей Сахаров и другие великие ученые великой страны создали мощнейший оборонительный ядерный щит нашей Родины. С середины 60-х годов академик Зельдович начинает проводить исследования в области релятивистской астрофизики и космологии. На базе Московского государственного университета имени Ломоносова и Московского физико-технического института из молодых тогда студентов и аспирантов им была создана школа релятивистской астрофизики. Результаты научной деятельности этой школы, а также астрофизические труды самого академика, общеизвестны и признаны мировой научной общественностью. Академик Зельдович был научным руководителем моим и Рашида Сюняева в годы нашего обучения в аспирантуре. И в те далекие 70-е годы мы выполнили пионерские работы по теории дисковой аккреции, послужившие развитию целой отрасли современной астрофизики высоких энергий. Будем и дальше продолжать активно работать на благо нашего Отечества, привлекая к этой работе молодое поколение российских ученых. Еще раз большое спасибо вам и большое спасибо ректору Московского университета, академику.